Всем привет! Сегодня 3 сентября. И снова 3 сентября! Только мы не на Шуфутинского идем, а на Nickelback'а. Да, мы приехали в Shoreline Amphitheatre. Или... Сегодня концерт Nickelback. Или Nickelback. Вот-вот скоро начнется концерт. И мы движемся к амфитеатру. Вот мы спустились уже вниз. Какие-то люди агитируют за Иисуса Христа, кричат громко, все улыбаются, дежурит полиция. Что-то они спросом не пользуются там у них. Они просто не в тот момент выбрали. Все, полиция дежурит, полицейские крепенькие там ходят, эти ребята. Очередь желающих. А у тебя налика нету? Я забыл забрать. Константин, ну что, скажи мне, как ты там? Ждал долго, с 23 февраля ждал. Ждал вообще. Я уже и забыл, что надо идти на такое мероприятие. Ну что, тебе нравится Nickelback? Ну да, немного. Песни будешь петь? Конечно. Во все горло. Ну, на 3 сентября, считай, надо Шуфутинского идти было. Так, давай там секьюрити. Ну, мы тоже просканировали наши штрих-коды. Пошли по пиву. Сразу. Приятная атмосфера, люди все в хорошем расположении духа, барчики тут все. Сейчас ты посадишь, я показываю просто, я ж обзор, видеообзор, как оно. Оп. 79,99 всего лишь, Ray-Ban, белые, Константин. И вы будете сейчас приятно удивлены, потому что у меня тоже такие очки. По акции купили. Купи одни, и вторые будут бесплатно. Вон, кстати, девушка пошла, у нее такие. Да много у кого. Акция очень выгодная. Дай, подожди, посмотри. Вот. Ну, в тебя хочу. Ну, надо пойти Свете взять тоже, если надо. Ну, давай еще по акции Тане и Свете возьмем. Конечно, возьмем. Так, ну, вот здесь вот в сторонке такая территория. Столики. Мимики, языка. Людей много достаточно, да? Движняк прям. Что ты меня снимаешь? У тебя батарейка сядет скоро. Лучше. Что-то я подозреваю, что у всех один прайс. Сколько пива стоит? $16. 16 баксов за бутылку. Это не ящик. Да, за бутылочку. Ну ладно, сейчас. Ты же белорусы, там же надо подешевле. Сейчас найдем где-нибудь за 12, да? Стоечки, которые можно воткнуть свой телефон, зарядить. Иди втыкай. Охладиться. Но у нас еще чуть-чуть есть, 29% батарейки. Так, наверное, мы очень много шоу не снимем. Я так немножко не подготовлен. Ну вот мы вышли к самой арене. Shoreline Amphitheatre.
Вову дядя. И мы в ожидании. Через сколько? Nice to be back on the West Coast. Where even though it's a little hazy from a couple of forest fires, it is still so goddamn nice over here. I think we're gonna jam a song off of an album we had called I grew up, I think the prison on a face still. I never knew you when we were
let's do this. Here we go. I'll never stand in line, cause I'll never get in. It's my bottom line. What I really wanted to be. Contingent right here. Damn! Should they sing the song together? Ready. No, that's that's you. Come here, stud. Oh my god, he's trouble. Alright, let's play Rockstar.